Наверное, сейчас все обсуждают в первую очередь матчи Лиги Чемпионов, ну и некоторые другие события, о которых мы тоже поговорим. Матч ЦСКА, ну и Зенита, который сыграл вот-вот только-только-только. Ваше впечатление вот от этих двух матчей, насколько реально, что и ЦСКА, и Зенит окажутся в плей-офф Лиги Чемпионов? Серафимович. Ну, я, честно говоря, думаю, что в реальности стопроцентной однозначно нет. Более того, по ЦСКА меньше шансов, что они окажутся там дальше. По «Зениту» да тоже. Я вот вчера посмотрел, и мне бросилось в глаза, что команда играет просто набором игроков. Вот, вот выставляется набор игроков, вот есть хорошие качества у Вицеля, у Гарая, там, у Халка. И вот мы смотрим, Халк возьмет этот мяч, забьет или не забьет. А вот чтобы команда играла, где вот у «Адвоката», в принципе, команда играла, где я видел треугольники справа, слева, где проходы были, где завершение определенное было, где из второй линии Ромка Широков туда подключался. Я видел выстроенную какую-то игру. И у «Спалетти» поначалу видел выстроенную игру, пока там не начались вот эти передряги все. Вот. Сейчас я этого не вижу. Я, откровенно говоря, разочаровался в Вилоше Боуше, потому что много говорилось, молодой, перспективный, много знал. Пока вот, вот такая история. Ну и самое главное, что самое главное для меня сегодня, что одна и другая команда имеет еще шансы пройти дальше. Для меня это самым главным является. Я, наверное, соглашусь с тем, что шансов, на мой взгляд, тоже немного. В особенности у армейцев, у них настолько сильная группа. Вот здесь «Зенит» может, наверное, что-то нам показать, и мы можем в какой-то степени надеяться, но за выход в плей-офф и про «Зенит» говорить крайне сложно. Если говорить о качестве вчерашних двух матчей, мне очень понравилась вторая часть игры, концовка в исполнении как ЦСКА, так и «Зенита». Хорошие физические качества продемонстрированы, огромное желание довести матч до логического конца, что, собственно говоря, и сделали. И на последней минуте Березуцкий забил, что делает честь этой команде. Ну и «Зенит» последнюю часть второго тайма провел агрессивно, с огромным стремлением, желанием, и показав, что и запас функциональной подготовки у них оказался выше, и самое главное, или как дополнение, что ли, запас атлетических качеств. Они много выигрывали единоборств и навязывали постоянно прессинг, борьбу, и отсюда довели матч до победного конца.